Здравствуйте, добро пожаловать на канал Сарафан ТВ. Наталья Вавилова – советская актриса, которая известна по фильмам «Розыгрыш» и «Москва слезам не верит». Она коренная москвичка и родилась в 59-м. Семья жила в просторной квартире на Ленинском проспекте, недалеко от Мосфильма. В магазине рядом с домом на нее обратил внимание ассистент режиссера и предложил красивой девушке сниматься в кино. Несмотря на то, что родители были против, девушка все-таки выбрала профессию актрисы. Но во время съемок одного из фильмов произошел несчастный случай. Лошадь сбросила актрису на землю. Целый месяц девушка провела на больничной койке. Любимый муж Самвел Гаспаров очень помог ей в этот период. Он предложил ей отправиться в романтическое путешествие по Европе. После этого Наталья снялась лишь в нескольких фильмах. И они были не особо популярны. Самвел – первый и единственный муж Натальи, он старше ее на 21 год. Детей у них нет. В 2016-м семья проживала на Рублевке в большом загородном доме, проектированием которого занималась сама Наталья. У нее есть и другое любимое занятие – садоводство. Сейчас Вавилова не дает интервью и не принимает приглашения на съемки. Об их жизни иногда рассказывает ее муж Самвел. Совсем недавно появилось несколько фотографий. Вавилову удалось запечатлеть в кадре в супермаркете, когда она закупала продукты. Наталья была уверена, что ее никто не узнает, и смело пробовала печенье, которое только купила. Прятаться она даже и не думала. Ранний уход Натальи из кинематографа до сих пор огорчает зрителей. Большинство из них считает актрис такого уровня и такой красоты национальным достоянием. А как вы считаете, плохо ли то, что Наталья ушла из кино? Пишите в комментариях. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Всего доброго!